На связи Шамшурин. Ребят, пару слов буквально хотел выразить вам слова благодарности, потому что как бы, ну, история такая, что вот на данный момент 3612, ну, и есть еще какие-то заказы, то есть, которые люди обязательно оплатят. То есть 3612 человек скачало вот этот вот продукт, который, ну, подарочный курс, который называется антипикап. То есть мы старались всей командой, делали для вас этот продукт, чтобы он реально был настолько простецкий, то есть и настолько доступный, чтобы вы могли им воспользоваться и получить уже какие-то результаты. Уже люди пишут отзывы. И как бы что хотел сказать, спасибо, ребят, что, ну, что не, вы не просто смотрите, да, а как бы пытаетесь что-то делать, да, пытаетесь это все внедрять, используя вот этот вот пошаговый продукт с 7 заданиями на 7 дней, как бы, ну, как бы, что может быть проще, казалось бы, да. И поскольку мы всей командой старались, ребят, давайте больше отзывов, то есть ребятам и мне очень приятно, когда вы пишете какие-то слова благодарности, то есть сейчас они уже начали поступать, отзывы присылайте на почту, которую увидите под этим видео. Ну, мы очень рады, что он уже как бы начал приносить свои плоды. Что хотел сказать, смотрите, значит, буквально через 3-4 дня мы его закроем, и, ну, подарок, как бы, ну, так сказать, подарок закончится. Вот, он будет продаваться за 6 там с чем-то, 6900, ну, как бы, он будет продаваться за какие-то уже более-менее ощутимые деньги, и, соответственно, если ты еще не успел оплатить свой созданный заказ, или ты еще вообще об этом ничего не знаешь, не слышал, не успел скачать этот продукт за 90 рублей еще раз, то торопись, вот у тебя есть 3-4 дня. И опять же, ребят, спасибо огромное, очень рад, что такое количество скачивает, присылайте отзывы. Вот. Не забудьте, кстати, если еще не видели, посмотреть мое предыдущее видео, которое вышло вчера, по катушке с миллионером. То есть это, ну, мы катаемся по городу со Стасом. Стас — это мой друг, и как бы Стас зарабатывает довольно приличные деньги. Соответственно, каждый из вас может от него что-то полезное почерпнуть. И завтра, послезавтра, смотрите подход. Давно не было подходов на канале. Правда, это будет не мой подход. Без слов, не мой. Ну да, и глухой подход. Нет, ну, то есть это будет очень крутое видео. Все, спасибо, ребят, огромное. Увидимся, пока.